Всем привет! Я рада вас приветствовать на нашем канале «Французский язык по полочкам». Если вы сейчас смотрите это видео, значит, вы учитесь читать по-французски, значит, вас интересуют французские правила чтения. И прямо сейчас приступаем к сегодняшнему правилу чтения. Un goût, вкус, une dent, зуб, vert, зеленый, violet, фиолетовый. Un aliment, еда, jusqu'au bout, до конца, un brevet, диплом, un cadet, кадет, un carnet, тетрадь. Французские правила чтения, выпуск номер 26. Буква S в конце слов единственного числа не читается, она не произносится. Обращаю ваше внимание, что буква S в конце слов не всегда говорит о множественном числе этого слова. Бывает и ряд слов, где буква S стоит в конце, но эти слова единственного числа. Давайте потренируемся. Un cours – урок. Mais – мои. Très – очень. Près – возле. Encore – тело. А теперь чуть быстрее. En cours. Mais. Très. Près. Encore. А теперь самостоятельно. Урок. Мои. Очень. Возле. Тело. Un pays, страна. Un avis, мнение. Ба, низко. Un bois, деревянный. Le bras, рука. А теперь чуть быстрее. Un pays. Un avis. Ба. Un bois. Le bras. А теперь самостоятельно. Страна. Мнение. Низко. Деревянный. Рука. А теперь ваше индивидуальное домашнее задание. Le colis – посылка, en tout cas – в любом случае, le temps – время, plus – больше, plus près – ближе, ailleurs – в другом месте, à l'heure – так, certes – безусловно, je dois – я должен. En anglais, удобрение. Французские правила чтения, выпуск номер 27. В конце слов буквы D и P не читаются. Un loup, волк.
D'abord сначала. En accord согласие. Trop слишком. Beaucoup много. А теперь чуть быстрее. En loup. D'abord. En accord. Trop. Beaucoup. А теперь самостоятельно. Волк. Сначала. Согласие. Слишком. Много. Рун круглый. А пье пешком. Ан узел. Люр тяжелый. Гран большой. А теперь чуть быстрее. Рун. À pied. Un nœud. Lourd. Grand. А теперь самостоятельно. Круглый. Пешком. Узел. Тяжелый. Большой. А теперь ваше индивидуальное домашнее задание. Plus tard, позже. Encore, тело. Quand, когда. Au bord, на краю. Tout d'abord, прежде всего. Un lézard, ящерица. Le marchand, торговец. Un plafond, потолок. Trop tard, слишком поздно. Au pied de montagne, у подножья горы. Французские правила чтения, выпуск номер 28. Для того, чтобы понять, как читать буквосочетание «им» или «ин», нам надо обратить внимание на третью букву, то есть ровно на ту букву, которая стоит после этих буквосочетаний. Если же третьей буквой будет гласная, либо же вторая буква «н» или «м», мы произносим это буквосочетание как «им», «ин». Если же третья буква оказывается согласная, мы произносим как носовой звук «н». Инактив, неактивный. Инашеве, незаконченный. Имиты, имитировать. Ин инаксюн, бездействие. Имажины представлять. А теперь чуть быстрее.
inactif. Inachevé. Imité. Une inaction. Imaginer. А теперь самостоятельно. Неактивный. Незаконченный. Имитировать. Бездействие. Представлять. Une image. Картинка. Inutile. Бесполезный. Inactuel. Неактуальный. Une imagination. Воображение. Inattendu. Нежданный. А теперь чуть быстрее. Une image. Inutile. Inactuel. Une imagination. Inattendu. А теперь самостоятельно. Картинка. Бесполезный. Неактуальный. Воображение. Нежданный. Simple. Легко. Impossible. Невозможно. Интернет. Интернет. Impeccable. Безупречный. Индике. Указывать. А теперь чуть быстрее. Sample. Impossible. Интернет. Impeccable. Индике. А теперь самостоятельно. Легко. Невозможно. Интернет. Безупречный. Указывать. Импульсив. Импульсивная. Une importance. Важность. Importé. Выносить, вывозить. Un incident. Инцидент. Inconnu. Неизвестный. А теперь чуть быстрее. Impulsif. Une importance. Emporté. Un incident. Inconnu. А теперь самостоятельно. Импульсивная. Важность. Выносить, вывозить. Инцидент. Неизвестный. А теперь ваше индивидуальное домашнее задание.